Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем работать в фа-мажоре по столбице. Работа в фа-мажоре, у меня уже есть такой урок, вот там мы проходим саму гамму. Давайте немножечко вспомним. В фа-мажоре у нас си бемоль по строению мажорной гаммы, тон, тон, полутон, тон, 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 полутон. Появился си бемоль. Споем вверх гамму по тетрахордам. Четыре нотки здесь, четыре нотки вниз переносим, чтобы не пищать там. Фа, соль, ля, си бемоль, до, ре, ми, фа, фа, ми, ре, до, си бемоль, ля, соль, фа. Давайте-ка вспомним, какие у нас ступеньки здесь. Это уже совсем не те ступени, как в до-мажоре. Фа – это не четвертая, это первая. И вот тут у нас может быть небольшая загвоздка, но мы сейчас выучим, где в фа-мажоре какие ступени. Итак, вот трезвучие тоническое через нотку от фа спойте-ка. Фа, ля, до, до, ля, фа. Первая ступень – фа. Третья – ля. Пятая – до. Так, давайте-ка я сейчас буду говорить, а вы будете петь. Первое. Фа. Пятое. Фа-ля. До. Но здесь такая тональность, что нам очень удобно петь до внизу. И тут у нас появляется такая интересная интонация. Первая, пятая ступень вниз. И интервал устойчивой чистой кварты образуется. Фа, до, фа, до. Вот в фа-мажоре очень важен этот интервал. Фа, до, фа, первая, пятая, первая. Кузнечик. В миноре это вообще кузнечиковая кварта. Ну, а в мажоре, конечно, не совсем так звучит, но вот она у нас первая, пятая устойчивая ступень, очень важная. Итак, сейчас мы давайте в разбивку споем, то есть не подряд, а как я буду называть. Первая ступень. Фа. Третья. Ля. Первая. Фа. Пятая внизу. До. Вот лучше, чтобы вы выучили, как она звучит. Фа, до, фа, до. Прям несколько раз поучите, чтобы не надо было искать фа, ми, ре, до. Вот так. Ну, нам уже надо бы знать ее, как она просто сама звучит, без вот этого постепенного к ней подхода, да? Хорошо. Теперь давайте-ка смотреть, какие у нас другие ступеньки. И разрешалочку споем. Первая фа, вторая соль. Разрешим. Все, помните, вниз идут, кроме седьмой. Соль, фа. Дальше. Ля. Устойчивая. Четвертая. Си бемоль идет в ля по разрешалочке. Пятая. До. Давайте здесь. До. Шестая. Ре идет в до по разрешалочке. И первая. Фа. А под ней сразу седьмая. Ми, фа. Вот у нас разрешалочка. Так, ну и давайте вспомним опевание, пожалуйста. Опевание, окружение устойчивых ступеней неустойчивыми. Первая ступень, опеваем снизу вверх. Фа, ми, соль, фа. То, что ниже, то, что выше сама. Сверху вниз. Соль, ми, фа. Третья. Ля. Снизу вверх опеваем. Соль, си бемоль, ля. Сверху вниз. Си бемоль, соль, ля. И пятую давайте внизу. Фа, до. Помните интонацию, да? До. Опеваем снизу вверх пятую ступень. Си бемоль, ре, до. Сверху вниз. Ре, си бемоль, до. Вот это все опевания. И осталось петь водные звуки. Водные звуки вводят в тонику. Тоника в фа-мажоре. Фа, не до, да? До это пятая ступень. Фа, тоника. Нижний водный звук снизу от фа. Ми, фа. Седьмая ступень, да? Верхний водный звук сверху от фа. Соль, фа. Повторили. Теперь вот наша столбица. Так, для начала просто я показываю ступени. Вы говорите, не поете, а говорите, какие они в фа-мажоре. Вот стрелочками показаны разрешения, да? Седьмая в первую и так далее. Так. Фа. Соль. Ми. Фа. Ля, си бемоль, ля, до, ре, до, соль, фа, до, ми, фа. Предполагаю, что сразу в быстром темпе не получится. Пробуйте, запоминайте. Фа первая, третья ля, вторая соль, четвертая си бемоль, шестая. Какая? Фа, ля, до. Ре, да? Седьмая. Ми. Пятая. До. Так, ну а теперь давайте пробовать петь. Фа. Ля. Си бемоль. Разрешите. Си бемоль. Ля.
все вниз, кроме ми. Ми у нас идет вверх, да? Фа мажоре, ми седьмая, она идет вверх. Си бемоль, ля, до, ре, разрешите. Ре, до. Соль, разрешите, фа. А теперь третья ступень опевания снизу вверх. Вот третья. Фа, ля. Соль, си бемоль, ля. Нижний водный звук тоника, а снизу нижний водный звук. Ми, фа, пятая внизу. До, шестая. Ре, разрешите. До, нижний водный звук тоника. Ми, разрешите, фа. До сверху, пятая ступень, извините. До, четвертая. Си бемоль, разрешите. Ля. Опевание третьей ступени снизу вверх. Соль, си бемоль, ля. Пятая. До. Нижний водный звук. Ми, фа, разрешите. Четвертая. Фа, соль, ля. Си бемоль, разрешите. Ля. Опевание пятой ступени сверху вниз. Ре, си бемоль, до. Верхний водный звук сверху от тоники. Фа. Соль, фа. Ну, примерно вот так вот я и буду вас спрашивать в фа-мажоре по ступеням по столбице. Желаю вам удачи!